Всем привет, ребят. Ну что, настало время розыгрыша Огнекрыла, которого все так ждали. В принципе, я так подумал, нету смысла там заморачиваться, делать какие-то особенные условия, угадать что-то. Самое основное – это подписка от вас. Также должен быть виден мой канал, то есть я сейчас покажу вам дальше видео после того, как открою сейчас карты эти все, что надо как сделать правильно, чтобы вы могли участвовать и не зафейлили свои попытки, как это многие уже сделали, к сожалению, и из-за этого просто профукали свой счастливый шанс. Ну, давайте сначала карточки пооткрываем, потом уже перейдем к розыгрышу Огнекрыла. В розыгрыше участвуют полностью все любые платформы, то есть неважно какая платформа. Поэтому не бомбите там каждый стрим, а тот участвует, а тот не участвует. Без разницы, на каком вы сервере играете. Самое главное — выполнить все условия. Так, сегодня мы будем открывать легендарные карты. Посмотрим, сколько нам хлама насыпется именно с них. Потому что тут все, честно говоря, хлам, наверное. Что здесь интересно, это череп. Ну, череп, варлок. Есть, конечно, интересные герои. Допустим, дерево, череп, варлок. Химка еще как вариант. Дед. Ну, такое себе. Ну, повторочки остальные. Ну, как видите, здесь герои не особо топовые. Поэтому я решил все-таки их подкрывать. Так. Ну, как видите, сейчас по одной, потом пойдем по максималке. Посмотрим, сколько нам 170 карт упадет черепов. Очень интересно, шанс посмотреть. Так, две гарпии. Ну, череп будет или нет? Для участия вам надо будет под этим видосом обязательно его лайкнуть. То есть лайк должен быть. У вас должен быть открыт плейлист на вашем YouTube канале, чтобы я видел видосы, которые вам понравились. То есть плейлист, его надо будет открыть. Также должна быть видна подписка. Ну и репостик в соцсеть. Репост в YouTube как бы в сообщество не считается. Поэтому нет у вас соцсети, зарегайтесь. Где-то соцсетей очень много. И как бы проблемы это не составит. Так, ну я что-то уже засмотрелся, заговорился. По-моему, ни одного черепа еще не было. Может и был, какая хрен разница. Просто ради интереса открываю их. Потом, если что, посливаю на кляшки. Правда, нужды в них тоже нету. Но, как видите, черепа здесь ни хрена нету. Так, окей, давайте будем смотреть, что вам нужно будет сделать. Сейчас я все пооткрываю, чтобы вы просто понимали. Что нужно сделать. Так. Ну, в принципе, я вам так покажу. Так, ну, поехали.
Так, это я сейчас уберу, чтобы не мешало. Итак, если вы заходите на видос, давайте зайдем, вот, допустим, вот стримчик был, заходите на видосик сам, то есть тут в первой строчке, вот уже правила спрашивают, будет мой пост, я тут напишу, какой правильный должен быть. Так, сейчас, секунду. Видосик другой. А, это этот видос включился. Вот тут вот будет пост правильный, как написать, то есть что надо сделать, то есть оформляйте точно так же, как я напишу, чтобы не было никаких вопросов. Что вам надо сделать? Поставить лайк, сделать, вот, допустим, лайк, видите, да, где ставится, думаю, это вы все знаете. Жмете поделиться. И вот у вас куча ссылок, куда поделиться можно, если вы с компьютера. Если не с компьютера, просто копируете ссылочку вот так вот. Делаете, копируете, заходите в свою соцсеть, где вы там сидите, ВК, разные соцсети. И там уже вставляете ссылку. У вас должна быть обязательно открыта стена, чтобы я видел. Это касаемо, что касаемо репоста, чтобы я видел, что вы репостнули видосик. То есть у вас должен быть видосик там на стене, не знаю. В общем, он должен быть общедоступный, чтобы я мог на стриме зайти. Также у вас, если вы лайкнете, давайте так, если лайкнете, у вас на вашем, на вашей страничке, в плейлистах, вот есть плейлисты там, допустим, они открыты, есть такой вот, которые вам понравились. Я буду видеть, что вы поставили лайк. То есть, если вы ставите автоматом на видос лайк, он у вас появляется в плейлисте, которое видео, которое вам понравилось. Также у вас должно быть открыто каналы. Вот эта вот вкладочка, на которой я вижу, что вы подписаны. То есть, это два первых. Вы должны сделать, поставить лайк и сделать, ну и быть подписанным. Потом вы делаете репост, я уже показал как, на свою страничку. То есть тут тоже должно быть открыто, чтобы я мог посмотреть. Также по поводу коммента, что вы должны будете написать в комменте под видосом. Сейчас я перейду. Ну вы в принципе увидите, я напишу вам, что должно здесь быть. Во-первых, должна быть страничка, по которой я смогу с вами связаться. То есть это там либо телега, либо контакт. Ну, кто у кого что есть. WhatsApp, Viber. В принципе, без разницы что. То есть это должно быть обязательно в комменте. Также должна быть... Сейчас мы перейдем на игру. Я сверну вот так вот мое окошко игры. Также у вас здесь должен быть написан ваш IGGID. Вот у меня он такой вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Цифр у каждого он разный. То есть это ваша ID-шка. Тоже должна быть записана. Потому что есть такие, которые пишут с разных аккаунтов разные ID-шки. Или разные ники, поэтому я решил все-таки сделать привязку к ID. Должен быть указан ваш ID в игре. Сервер, на котором вы играете. Обязательно, чтобы я знал, как вас найти. Потому что были такие случаи, когда человек давал данные, заходил на русский сервер, у него там есть аккаунт. Там доп, допустим, основной на другом сервере. Такое тоже было. Поэтому будьте внимательны, делайте один постик, то есть должен быть обязательно ваш контакт, как с вами связаться, ссылочка на страничку, куда вы делали репост, то есть куда вы сделали репост, ваш игровой айдишник. Как это все оформить, я вам покажу на примере поста, я его здесь закреплю, он будет вверху. Акция будет длиться месяц, до конца месяца, то есть у вас будет шанс, вам ничего в принципе особо сложного не надо делать, то есть выполнить только эти условия, ждать уже непосредственно самого розыгрыша. Сразу предупреждаю, кто будет флудить, сразу
он будет получать бан, и он автоматически просто не сможет участвовать в конкурсе. Также там, кто спамит, аналогично. То есть вы делаете этот коммент, и в принципе все. Потом уже, когда настанет время, мы на стриме, как обычно, разыграем. Будем ждать там, скорее всего, ну не скорее всего, лучше всего, конечно, рынок. То есть я буду собирать на рынке, потому что помимо доната, как бы интересно еще топовые плюшки позабирать, так как просто чисто участвовать в тех же самых яйцах либо акциях выбивать, ну, смысла никакого нету. Лучше все-таки забрать рынок с плюшками. Это намного, намного выгоднее. Возможно, еще кого-то соберем. Все зависит от того, какой будет тогда рынок, потому что за один рынок, ну, я собирал, но это очень проблемно дождаться такого момента. Ну, посмотрим уже, потому как это все получится уже в день. Там плюс-минус уже дальше будет видно. То есть такие вот условия. Ссылочка на данный видос будет в каждом видео. То есть я поменяю ссылочку с Некросом, которая была целый месяц. Не знаю, почему многие только в последний момент это узнали, что идет конкурс, начали там кидать свои комменты, посты. Ну, значит, так вы смотрите канал. Вот, то есть никаких ограничений там по возрасту, по силе нету. То есть участвуют все сервера. Главное сделать просто то, что я вам показал. Я уже вам облегчил полностью задание. То есть тут ничего уже делать по сути не надо. Просто посмотреть видосы и сделать так, как я показал. И все. А дальше уже мы определим на стриме победителя. Ну и дальше уже будем с ним разбираться. Вольта мы уже второй приз отдали. Сейчас я жду, когда у нас обновится рынок, возможно, на выходных мы уже подарим Некроса, которого мы уже разыграли за прошлый месяц, и будем двигаться дальше. Возможно, будут еще интересные моменты. Пишите в комментах, только не под этим видео, а лучше всего заходите на стримы, и там уже будем дальше обсуждать. Не стал я делать там открытия какие-то, можно было открыть вам опять, потрешивать сундучки с осколками, но я решил, что ну его нафиг, это реальное издевательство, и как я увидел, многие просто не могут смотреть долгие видосы, поэтому решил все-таки немножко упростить задачу. Вот, в принципе, приз я считаю очень достойный, Некрос даже в долю не падает по сравнению с Акникрылом. То, что он вроде как и бездонатный, его можно собрать, это далеко не так, как показывает практика, его реально очень сложно собрать. Поэтому все зависит только от вас. Если вы не ленивые жопы и следите, наблюдаете за контентом на моем канале, в принципе, то для вас это не проблема сделать то, о чем я прошу. В принципе, все, ребят. Все зависит только от вас. Всем желаю удачи. Победитель будет только один. Я не стал делать 3, там, 3, 4, 5 мест. Честно говоря, чем больше мест, тем больше геморроя потом с определением. И с прочим. Проще один победитель и все. Вот так вот все. Пишите комменты. Смотрите внимательно. Первый постик. Обязательно подписывайтесь. Колокольчики. Все дела. Все как обычно делаем. Короче, топ-контент. Все, всем удачи, всем пока.